Здравствуйте, дорогие зрители! Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за кого вы болеете. В этом выпуске я бы вам хотела рассказать, что происходит в группе пацанок с точки зрения психологии. Мне, например, не так интересны их конкурсы, соревнования, перевоплощения. Мне, как психологу, больше интересно, что у них происходит, какие у них появляются межличностные конфликты. И хочу проанализировать их поведение с точки зрения групповой динамики. Групповая динамика – это процессы взаимодействия членов малой группы, а также изучающие эти процессы научное направление. Его основателем считается Курт Левин. Поскольку одним из основных понятий в групповой динамике есть лидерство, то и в проекте «От пацанки до панянки» идет огромнейшая борьба за лидерство. Лідер – це людина натхненна і гуртує біля себе людей. Лідером является такой член малой группы, который выдвигается в результате взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной задачи. Лидерство – это сугубо групповой феномен, который не может быть реализован в рамках одного человека. Именно поэтому, когда Алёхина боролась за президентство, она не была лидером, потому что лидер не может быть один. Ребят, спасибо, вы офигенная команда, будем! Ведь в структуре группы всегда есть лидер и всегда есть оппозиция, которая контролирует поведение лидера, который помогает группе работать эффективней, который критично смотрит на то, что происходит. Расклад такой. Лидер, батюшка, здоровая оппозиция, чагринец, Алёхина, к сожалению, изгой. Человек, которого не принимают в коллективе, как видно было по серии, где они боролись за президентство. Мне даже было жалко. И очень часто изгоем становится тот, кто хотел бы быть лидером. Вот поэтому Большакова и боялась выдвинуть свою кандидатуру. Потому что боялась стать как Алёхина. И обычно в групповой динамике происходят вот такие процессы. Выбирается лидер, группа идет за этим лидером. Оппозиция противостоит этому всему. Но когда работа происходит неэффективно, оппозиция занимает место лидера. И группа начинает работать еще эффективнее. Когда Алёхина стала президентом, она же стала номинальным лидером. Фактическая борьба за лидерство все-таки происходит между батюшкой и чагринец. Но образовалась коалиция. Чагринец стала в коалиции с Алёхиной против батюшки. Они свергают действующего лидера, выбирают другого. Ну, понятно, что чагринец, потому что Алёхина не настолько сильна. Но когда выбирается новый лидер, команда начинает функционировать еще лучше. Большему количеству участников нравится все-таки новый лидер. Еще не могу не добавить, что у них не стандартная малая группа, как, например, школьный класс или университетская группа, или какая-то сталая компания. У них все время убывают участники. Например, ушла Канарейка, которая очень сильно батюшку поддерживала. Теперь ушла Роговенко, которая очень сильно поддерживала Чагринец. И ситуация все время меняется, потому что уходят люди. Иногда, конечно, приходят и новые. Привет, Мивина. Она, кстати, за Чагринец была поначалу. Потом не будет. Увидите дальше. Мои прогнозы. Девочки поменяются лидерством. Батюшка вообще отойдет на второй план. На первом месте будет Юля. И команда начнет работать еще лучше и слаженней. И как же выбирают победителя? Победителя выбирают так. Остается тройка финалистов. И двое объединяются против этого третьего. И это третий и побеждает. Уже много сезонов я смотрю и вижу, как это происходит. Также в проекте «От пацанки до панянки» используется такой прием «Треугольник Карпмана». Как вы думаете, в этом сезоне есть такой же прием? Он был использован в прошлом сезоне. Вот, смотрите. Это тогда, когда есть жертва, насильник и защитник. У нас есть жертва, НЛО. У нас есть насильник, Маша. И у нас есть защитники, зрители. Зрители вовлеченные в процесс шоу, они пишут комментарии, они болеют за НЛО. Это очень интересно. Пятерочка просто. Кого вы можете защищать? Кто вам больше всех нравится? Напишите в комментариях. Если вам нравятся мои психологические разборы передач, подписывайтесь на канал. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!